Это мое первое обзорное видео для YouTube. Начну я с заказа на Алиэкспрессе разных маечек, футболочек с неформальными принтами, моими любимыми. Сегодня я в таком, скажем, формальном виде ходила на работу. Сегодня девочка приличная. Итак, начнем. Ну, первый айтем — это у нас такой топик. Сзади то же самое. Длинный рукав, материал лайкра, тянется неплохо, но размерчик, конечно, у меня налазит с трудом. Это вот для девочек, у кого S, у кого M, и ручки вот чтобы были такие вот сухенькие. Планировала одевать это с корсетом на вечеринку, на концерт, на пати, на каким-нибудь просто выползы с готами. В общем, буду пробовать, что делать. Красота требует жертв. Дальше. Значит, заказала также на Алиэкспрессе у китайцев три майки, тоже лайка, материал тот же самый. Заявляли, что это один размер. Ну, сейчас вот вам по ходу расскажу, что это неправда. Итак, первая маечка. Вот мой Эртес. Один из моих любимых принтов. Что хочу отметить, значит, что на этом топике, что на всех вот этих изделиях, которые я сегодня вам покажу, расскажу. Все принты нанесены именно прокрашена ткань, то есть ничего не налеплено, не наклеено, не нашито, не настрочено, а именно прокрашено, то есть это уже нанесено на ткань. Стирала уже пару раз, наверное. Как-то только пришли, я всегда все вещи, которые заказываю с Алиэкспресса, сразу кидаю в стирку. Итак, вот Муэртес, размер М. Тянется неплохо, довольно-таки хорошо. Одеваю нормально, без особых трудностей, в отличие от вот этого топика. Что еще могу сказать? Ну, конечно, натяг мне в груди, но не вот так. То есть натянуто как-то вот, скорее всего, вот так. Тянуть можно, но будет вот, вот так вот, да, где-нибудь вот так. Это же чья-то морда здесь расплылась, наверное, непонятно будет. Ну, не знаю. Лучше не рисковать, наверное, если грудь сильно большая. Так, следующее. Следующее из этой же серии. Это у нас Фрида Кало. Заказала такую маечку, ходить гордиться, как она мне нравится. Тоже размер M, тянется неплохо, но мне сидит вот так, наверное, как-то вот, вот так. Почему-то тянется в основном, вот я, кстати, заметила вот в этих майках, тянется в основном на спине. То есть, когда я одеваю их, они на мне натягиваются, но морды не вот такие, не расползшиеся. То есть, морды вполне понятные, кто это, что это и зачем. Так, далее. Вот это вообще теперь моя майка на века и в моем гардеробе пожизненно, наверное. Я ее буду вспоминать на смертном одре. Такая вот вуду-ведьма. Там вот что-то она сотворила с двумя сейкобильными ребятами, вот там бошки только от них остались, все равно они улыбаются, веселые, как всегда, все сейкобильщики. Вот, вот эта майка, вот прям как по мне шили. То есть реально она на мне села идеально, в отличие от предыдущих. Вот это, скорее всего, размер оказался L. На XL налезет, я уверена, и тоже морда будет не растянута.
Тоже налезет на мне свободненько довольно таки, то есть не сильно натяг. Я очень счастлива этой футболкой. Так, следующая тоже, наверное, одна из моих теперь будет любимых, но просто не очень люблю белый цвет, довольно редко его ношу. А это вот такая вампирская тематика. То есть вампиры там оголодали, если да, вы очередной раз у вас клыки вылезли, напились, изо рта все вылилось, все здесь у вас обляпалось, вот испачкалось, может там, не знаю, вампиры неаккуратно покушали. Вот. Что могу сказать в заключение? Куча барахла за 1000 или сколько-то там рублей. Очень, по-моему, здорово. Ну, не считая, да, там каких-то косяков, там one size, не one size. Вот этот топик там как-то вот сильно прям, как костюм водолаза у меня, на мне облепился. Ну, что говорить, китайцы – это китайцы. Нужно принимать их такими, какие они есть. Либо не покупать на Алиэкспрессе. Все, на сегодня все. Смотрите еще. Буду продолжать мои всякие видеорубрики и так далее. Обзоры шмоток, косметики.